45 лет – таков средний возраст тульских учителей физики, химии и математики. Педагогам по русскому языку около 50 лет, кто придет на смену. На заседании рабочей группы по обсуждению проблем среднеспециального и высшего образования и обсуждали проблему кадров. Участники заседания отметили, что много выпускников сегодня поступают в московские вузы. Средний балл, например, по информатике там ниже, чем в Туле. Как заинтересовать молодежь остаться? Один из выходов, по мнению членов экспертной группы, устраивать экскурсии на предприятия, в частности, на оборонные. Ведь это визитная карточка города оружейников. Должна быть непрерывная система рабочих и инженерных кадров. Существует проект программы по созданию научно-образовательного кластера для организации ОПК. Она рассчитана до 2020 года. Ее цель – повышение качества подготовки кадров.